когда вот по такой дороге идешь, деревню вспоминаешь, как рыбачить бегал по такой дороге в советские времена. Особенно после дождя наберешь по дороге червей, они ползали. Прям на дороге их копать не надо было. И на рыбалку. И всегда клювало. Вот что интересно. Вот прикиньте, вот этот дом. Улица Победы. Как он может быть улицей Победы? Я оттуда сейчас подходил к нему. Улица Победы. Я на задах тут хожу. На задах Наутилиуса Помпилиуса. Аквапарк, короче. Аквапарк. Ну пойдемте сквозь решетку в аквапарк сходим. Всем пока. Следующее видео будет море, если я дойду до него. Небольшой лесок около реки перед мостом. Отражение деревьев. Вот это напоминает болото где-нибудь в лесу. А в этом болоте хорошо караси клюют.
Но это не в нашем случае, в Лазаревском. Это я за Оренбург говорю. Такие вот я болота искал, где коряги всякие там. И вот где эти коряги, вот там ты и поймаешь. Прибрежная защитная полоса. Кругом запреты одни, Господи Иисусе Христе. Это первый мост. Мы под автомобильным мостом. Дальше идет железный. Там камеры стоят под мостом. Я быстрее оттуда ушел. Я не знал, что там камеры. Ну правильно, железнодорожный мост охраняется. С левой стороны заправка, и там дорога уже. И оттуда просто ушел из речки. Водоохранная зона написано. Господи. Мне надо наоборот по пустыням ходить. Я еще тут хожу, блин. Вот мы куда вышли, господа. Наутилиус аквапарк. Красиво. Пальмочки аккуратненькие. Отельчик. Студия красоты. Золотая империя. Золотая империя. Здесь Феникс. А тут все закрыто. Там заправка. Магазин работает. Ладно, с Богом, пошел я на ту сторону через мост. Заправки машин что-то мало. Магнит работает, машина, ништяк, красивая машина.
92-й. Ой, я не вижу отсюда, солнце светит. Блин, тачка на фоне облаков, как симпотно она смотрится. Сейчас посмотрим бензин почем. 43,80, 92-й. Нет, 40. Бля, а что он зачеркнут? Я что-то не пойму. 43,30, вот 92-й сверху. 95-й 47,35. Диз топлива 46,20. Три флага висят, видите? А вот глобус какой. Россия. Видите, как у заправки облагорожено все. И шишечки такие. Нереально красиво. Италия. Италия, господа. Двухэтажный поезд пошел. Отсюда не видно. Не вам. Улица Днепровская. Красивая сосна, рядом тополь и камыш. Цветочки растут. Вы их не видите? Она спрятана.